9 мая в Иванове прошла молодежная акция под названием «Рекорд Победы». Более 60 молодым людям на площади Пушкина предстояло выполнить одновременно в общей сумме 24 838 отжиманий. Это число символизирует количество дней, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне. С поставленной задачей ивановская молодежь справилась на отлично. В общей сложности каждый участник спортивного праздника выполнил более 350 отжиманий.